Для взрослых и детей творожок по этому простому рецепту получается очень нежным, воздушным и вкусным. В него можно добавить любые фрукты, ягоды, топпинг, сгущенку или джем по вашему вкусу. Детский творожок можно приготовить на газу всего за 15 минут при наличии кефира. По вкусу можно добавить любые фрукты и ягоды, а также джем или топпинги по вкусу. От жирности кефира зависит количество творожка. В данном рецепте используется кефир 2-5% жирности в количестве 0,5 л. Готового продукта получается 150 грамм. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Для приготовления этого вкусного десерта нам понадобится самый обычный кефир. Чем выше жирность, тем больше получится творога. Наливаем кефир в эмалированную посуду и ставим на огонь. Теперь наша задача довести его до кипения. 2. Постепенно творог начнет отслаиваться и будет образовываться сыворотка. Периодически помешивайте. 3. Когда масса станет такой консистенции, творог можно отцеживать. У меня с 0,5 л кефира 2-5% получилось 300 мл сыворотки, а остальное – творожок. 4. Если количество сыворотки небольшое, подготовьте баночку. Процеживать нужно через ситечко, можно через марлю. Подписавшимся – больше вкусностей. 5. Вылейте содержимое в ситечко, сыворотка уйдет в банку, а творожок останется на ситечке. 6. Теперь возьмите маленькую ложку и протрите творожок через ситечко в отдельную посуду. 7. Добавьте сахар и можно немного сыворотки или молока, чтобы творожок был мягче. Я готовила для ребенка, поэтому протирала через ситечко. Можно измельчить блендером, если большее количество. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Теперь о составе нашего блюда. Кефир 500 грамм, количество порций 1. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Всем пока!